Согласно статье 203 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, донором может стать любой человек, достигший 18 лет и не имеющий противопоказаний, прошедший медицинское обследование. Департамент ПЧС совместно с волонтерами организовали акцию по сдаче крови. Сегодня была организована акция по дополнению запаса крови. Эта акция у нас проводится почти каждый месяц. Сотрудниками молодежно-ресурсного центра мы выезжаем каждый месяц, даем кровь, а сегодня мы призвали сотрудников ДЧС помочь нам в акции. Сотрудниками ДЧС сегодня выехало около 20 человек. В день центра крови во все медицинские учреждения города распределяются по 30-40 доз крови для больных. Если ежедневно для пополнения запасов будут приходить по 25-30 человек, этого будет достаточно, чтобы своевременно пополнять запасы банка. Однако сегодня, в период массовой вакцинации, в центр обращаются не более 10-15 человек. Стать донором сегодня – это очень благородное дело. Доноры, сдав кровь, спасают не одну жизнь, протягивают руку помощи нуждающимся. Также доноры, которые регулярно сдают кровь автоматически, они контролируют свое здоровье, ведут правильный образ жизни. Став донором, они могут получить все анализы контрольные у нас на руки, быть осмотрен терапевтом и при необходимости пройти дальнейшее обследование. Стать донором не так просто. Существует ряд противопоказаний. Это заболевание дыхательной системы, беременность, кормление грудью. Вес до 50 кг также является противопоказанием. Подготовка перед сдачей крови обязательно. Являюсь донором в течение 3 лет. Я считаю, это мой гражданский долг для спасения людей. Все тяжелые заболевания автоматически являются противопоказанием к донорству. Люди с зараженной кровью, больные гепатитом В, С, Е и туберкулезом. А вот вакцинированный человек не отстраняется от донорства. Он может сдать кровь через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Айгерим Бегенова, Марат Ахмеджанов, Жамбыл Балтаев, Кукчак Парад.